Москва, улица какая? Пушкина. Дом. Колотушкина. Это особое архитектурное историческое строение. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Контакты для корреспонденции, куда вам отсылать? На улицу Пушкина. Что? На улицу Пушкина. Вот здесь это адрес для корреспондента. Давайте напишу. Улица Пушкина, дом Колотушкина. У меня нет телефона. Ну, знаете, я зарегистрирую, того вам буду. Хорошо. Скажите, пожалуйста, могу ли я по закону пройти, не представляясь, не предоставляя документы, удостоверяющие личность на территории УВД для подачи анонимного заявления? Нет. Пройти не можете, потому что согласно федеральному закону полиции. Осуществляется пропускной режим. Но, насколько мне известно, граждане, допустим, имеющие желание заявить анонимное заявление, допустим, о терроризме, имеют право не регистрироваться в книге учета посетителей, чтобы остаться анонимными, подать соответствующее заявление, его должны. То есть, если человек не имеет документов, на него напали, он не сможет пройти. Вот я из Вильды обращаюсь. Он сможет пройти, но дело, понимаете, дело не в том, что вы останетесь как-то неидентифицированы и так далее. Здесь осуществляется антитеррористическая защищенность. В соответствии с федеральным законом о полиции, гражданам, пребывающим... Без документов нельзя пройти. Ну почему? Со слов. Но единственное, что при этом, при всем, вас должны смотреть на предмет отсутствия веществ, это другой вопрос. По поводу документов, могу ли я, как заявитель, анонимно пройти на территорию дежурной части и заявить о нерегистрировании? Нельзя. Нельзя. Нельзя пройти. Вы можете. Почему нельзя? Ну вот нету паспорта с собой, его ограбили. Вы просто противоречите, я так четкого ответа не слышу. Вы должны зарегистрироваться, но можете пройти. Мы запишем ваши данные со слов. Вы можете представиться там? Ну, понятно, Петров и Иванов. Своими данными. Да. Но мы в любом случае примем у вас заявление, есть у вас при этом документы или нет. Ну, то есть пройти все-таки можно, да? Ну, конечно, можно. Единственное, что при вас... Еще... Через забор. Да, и еще сотрудник полиции, осуществляющий контроль прохода граждан на территории УВД, не задал мне вопроса, имеются ли у меня какие-нибудь запрещенные предметы, и вот таким вот образом я прошу с металлическим газовым баллончиком. С баллончиком является полиция. Является ли это запрещенным предметом для прохода? Просто это вопрос к тому, что нас проверяют, нас там что-то осматривают, а по факту... Но если бы он задал, я бы ему ответил и... А тебя досматривали? Если честно, я не обратил внимания, что вообще какой-то досмотр проводился, потому что передо мной прошел молодой человек, который принес еду полицейским в дежурную часть, ну, какой-то пакет, да, видимо, с едой, как я понял. Они вот в дежурную часть его запустили прямо в служебное помещение, назвали его уважаемым человеком, и он прошел. И я, собственно, прошел за ним, вот через это, и меня никто не спросил, там, кто я вообще, что я. Все даже записано. Да, и вот у меня также есть два вот этих вот баллончика. Да. Скажите, у вас есть? Конечно, все на видео. У вас с собой да. есть? Баллончик. Вот, и у вас. Боже, раз. Слушайте, ну сейчас модно. Я сам не буду, как полицию. Лучше не направлять, да. Конечно, да. Смотрите, вот пришли заявление, кстати. Юрий Александрович, как вам вообще, как бывшему сотруднику прокуратуры? Вообще. Ты что вскрываешь мои данные? Структуру. И как вообще вот такая вот ситуация? То есть пришли написать заявление, здесь еще граждане. Я уже, Евгений Александрович, я уже не удивляюсь после того, как... То есть майор сказал, у вас видео есть, то есть мы должны теперь общаться только с видео. Мы должны нарушать, потому что скажите, пожалуйста, вот действительно, где в полиции гражданин имеет право вести видеофиксацию? В дежурную часть. И все? А почему сотрудник на КПП говорит, что это запрещено? Вы говорите, что можно, а сотрудник полиции на КПП говорит, что запрещено 11-й приказ. Вы знаете, я просто...
хотел бы немножко уточнить здесь по поводу цели вашей присутствия. Я так понимаю, что вы хотите узнать какие-то по своему заявлению ответы. Можно я вам отвечу? Да, да. Вот летом этого года нас удерживал ваш руководитель несколько часов. 29 июня. Говорил, что мы страшные нарушители. Всех опросил, запереписал данные. Подобрал объяснение, и мы очень переживаем, что может быть мы нарушители, а мы не знаем, понимаете, в чем дело. Мы пришли узнать, нарушители мы или нет. Это вы по вопросу, вы правы, да, конфликт, я так понимаю. А служебная проверка действительно была назначена, но она назначена... Его уволили, да? Нет, по порядку давайте. Служебная проверка была назначена в отношении сотрудников, присутствующих там, вообще ситуации сложившейся. И правомерности ситуации, и именно в части касающейся роли сотрудника в данной ситуации. Значит, служебная проверка назначена, она проводилась, она закончена. Но единственное, что не нашим подразделением. Естественно, мы сами не можем в отношении своих сотрудников, тем более руководителей, проводить. Не доверили, что ли. И проводила инспекция УВД по Ивалу. Инспекция по личному составу УВД по Ивалу. Да, но проверка, время тоже полгода закончено. Да. А в отношении нас, вот интересно. И где материалы проверки эти находятся? УВД по Ивалу. Да, в канцелярии, скорее всего, на Сормовской. А вот эти проверки, вот эти объяснения, которые... Координаты, что обращать? Нет, я имею в виду, вот мы придем, скажем, я вот Вася, у вас там проверки, какие-то исходные данные. Номер, может, какой-нибудь есть. Вы знаете, могу уточнить. Единственное, что не сейчас. Ну, по какому конкретно была проверка? Вы же не по всему отделу. Я, к сожалению, не проводила ее. А результаты проверки? У самого Василия можно уточнить? Он здесь? Дело в том, что Василий Владимир Аркадьевич у нас уволен. Уволен в связи с выслугой лет. Может быть, это просто результаты проверки? Нет, он уволен 24 декабря. Если это 26 или 24 декабря. Срок служебной проверки 1 месяц. Поэтому там. Да? А вам, вам-то по результатам проверки. Неизвестно, а потом выяснили. Нам никакой информации не приходит. То есть вам не приходит там, может, его привлекли к дисциплинарной ответственности какой-то там. То есть вам не приходит. Насколько мне известно. Нет. То есть ушел от наказания. Уважаемый, 3 часа нас удерживал. Разрешите, я тогда продолжу. 29 июня 2016 года подполковник полиции Василий Владимир Аркадьевич в рамках некоего повода к возбуждению какого-то производства неизвестно административного или уголовного подобрал объяснение у посетителей управы района Марьино. Люди были напуганы и обратились ко мне за юридической помощью. Я не предоставляю свои услуги бесплатно, и с данными гражданами было заключено устное соглашение в размере 10 тысяч рублей за юридическую услуги, за помощь юридическую. Мне эти деньги были оплачены, и поэтому, собственно говоря, мы сегодня бы хотели бы получить ответ, документально желательно, о судьбе этих объяснений, которые он отбирал. Виновны ли в чем-то люди? Может быть, они возбуждены на какие-то уголовные дела? Может быть, административное производство какое-то возбуждено? Где эти материалы дела? И я вот вас слышу, вопрос. Вы хотите узнать, означалось ли проводилось административное... Он нас пугал там, слушайте, он нас не пугал, давил на нас, сказал, что возможно здесь что-то происходит, какой-то повод там искал, все говорит. Может, я понимаю, что у нас кроме дат никаких данных нет. Ну, слушайте, у меня, вот я конкретно говорю, меня набрали на листок. Я пытался, я Владимир Орел Андрей Викторович. Ядров, да? И вот, собственно, я с этим же вопросом обратился в дежурную часть, мне сказали, что меня не ознакомят ни с какими материалами, потому что все вот видите так. А мы каким-то образом пошли знакомиться. Вы ушли? Ну, вообще, на самом деле, это правильно. А если я мусульманин, мои права нарушены, что ли? Ну, что же такое? Нет, почему? Ваши права не нарушены, заявление у вас приняли. Единственное, что я вот сейчас подумаю, как бы нам с вами побыстрее тогда по поводу... Да, я все-таки по тому случаю договорю. Так как я обладаю некоторыми юридическими познаниями, я пытался убедить Владимира Аркадьевича в том, что... его устный повод не является основанием для того, чтобы отбирать у граждан объяснения какие-либо, но он все-таки настоял, я с вами доверителем
порекомендовал все-таки дать эти объяснения, хотя я понимаю, что угроза, что это... А? Да, да, там по 19-3 угрожал. Да, да, была угроза, никаких протоколов не составлялось, мы хотели сами проследовать. Предлагали настойчивым, говорю, давайте пройдем к вам в отдел, отказывались. Несмотря на это, он отобрал эти объяснения, и если никакого хода, никакого возбуждения или прекращения производства по этому делу нет, значит, мы хотели бы тогда эти объяснения сегодня же забрать. Мы бы не хотели бы, чтобы они находились здесь, в этом УВД, если никаких... Здесь материал у вас на полу лежат. Процессуальных, если не проводилось, то мы бы хотели бы забрать эти объяснения. Мне, например, неприятно, что я захожу, вот, где материалы, да, находятся, на полу лежат. Потом мои материалы также будут на полу. Потом смотрите, опять же, вот мы зашли в помещение, вот меня интересует даже вот как жители. Нас здесь пришло, ну, больше трех человек. Сколько здесь стульев? Раз, два, три, четыре. Вот нас больше. Нет, неужели во всем отделе? Нет, заранее есть, конечно. Ну, а как, вот смотрите, граждане же могут прийти массово, еще что-то. Как они? Вот здесь же есть места, чтобы присаживаться. Могут привести массово. Ну, вот вы просто ответственный, ну, вот как это вот возможно, скажите. Я вот, например, не понимаю. Ну, да, если это официально. Вроде все, помещение хорошее. Но вот смотрите, вот куда ни зайдешь, везде ничего не дотягивается. То есть вроде бы все есть, инструмент дали, ремонт сделали. Стулья куда делись? Там, наверняка же у вас есть там... Скажите, пожалуйста, когда ремонт закончился или он продолжается? Он закончился уже давно, закончился уже. Вы знаете, точно сказать вам не могу, когда подписан акт, поскольку немножко не мое направление деятельности. Ну, вы же визуально. Вот вы смотрите, рабочий когда отсюда вышли? Когда же никогда принято? Я не могу вам так сказать. Неделя прошла. То есть мы сейчас даже, понимаете, мы сейчас даже находимся в таком статусе, что вы как господин или госпожа, да, сидите за стулом, кожаным креслом шикарным, я только за, чтобы у вас был инструмент. Не надо, я вам просто говорю, чтобы вы понимали нас. А мы уже заведомо перед вами чем-то виноваты и сидим, или, вернее, стоим, и что-то вам рассказывают. Так, креслица-то драная. Мы же с вами в равных правах. Нет, мы уже сейчас почти закончили, просто на будущее, чтобы у граждан не было такого. Вы приходите, стоять. Я все записала. Неправильно ты сказал. Здесь, видишь, как чисто? На колени. Вот, ты должен. Вот для чего здесь. На колени. Сразу учите, понятно, стенды. По вашему же приказу, нужно, чтобы телефон доверия был на видном месте. По приказе написано и внутри помещения, и снаружи, то есть вот перед будкой досмотра, да, уже должен висеть телефон доверия, к которому, если человека не пустили, он может обратиться. Ну, понятно, юридическая литература. Просьба, не могли бы вы незамедлительно довести информацию до сотрудника полиции, который сейчас стоит на КПП? Он не в курсе о том, что здесь все-таки производить видеосъемку можно, и он ее запрещает. Не могли бы вот незамедлительно донести ее эту информацию, чтобы он не вводил... Мы можем с вами проследовать сейчас. Вы в присутствии нас просто скажете, не надо там отчитывать, понятно, почему он, да, и все остальное, но как-то... А как еще учить? Не отчитывать? По головке гладить. Давайте тогда... Права граждан будут ущемляться, а мы будем по головке гладить. И вообще, конечно, вас просто удивляет, смотрите. Товарищ майор. Напомню, смотрите, секундочку еще. Вот у нас Терентьев Николай Александрович отчитывался несколько дней назад. Вчера. За 2018 год. 2421 преступление, да, совершено почти 6 преступлений в сутки. А потом там говорят, что у нас снижается планка, там за 2017 год было 3000 больше даже там преступлений. Все хорошо, все замечательно, просто у нас практически безопасный район, все такое. И мы приходим к вам, с трудом проходим все вот эти кордоны, да? Вот. И все равно люди проходят с баллончиками. И плюс куча таких вообще не моментов, да, которые мы сейчас обозначили, именно нарушения. Как это возможно? Оно расходится. Вон женщина стояла у вас вот здесь сейчас в коридоре, жалуется. Она там вообще уже полгода ходит, убивается. С 2004 года. Вот Юрий Александрович, прокомментируйте вообще у вас по материалам, какие движения есть. Спасибо за предоставленное мне слово. Товарищ майор, вопросы теперь мы ждал, пока, потому что молодым везде у нас дорога, старикам почет, сижу, спасибо. Спасибо. Значит, вы присутствовали, да, на отчете, вот там на встрече круглого права. Да? Вы помните мои слова о том, что не представляются постовые при входе на территорию ОВД? Слышали, да, наверное? Ну, не слышали, но было такое. Да, я Терентьеву говорил. Значит, что изменилось? Мы пришли, никому ничего не сказала. Не сказал никто, не представился.
Значит, сейчас вам говорим, давайте так. Вчера я проходил, кстати, я подошел, зашел за эту калитку, постовой сидел, не представился, и мой дружище. Я вчера разговаривал с своим начальником, пожалуйста, представляйтесь. Результаты какие? Ноль. Значит, еще вопрос. Вот вы здесь умные слова сказали, вы просто не смогли их полностью расшифровать там или объяснить о том, что проверка в отношении людей должна не проводиться их подчиненными или их друзьями. Правильно? Поэтому инспекция по личному составу рассматривала. Правильно? Вот ответ о том, о котором я говорил по Бабкову, где я жалуюсь на Терентьева, чтобы его наказали. У нас Бабков рассматривает, подписывает, что не видел, что все в жетонах. То есть 50 человек зашло, никто не знает, что в жетонах. И вы говорите ответы. Какие ответы? Я хочу сейчас знать фамилии, я написал заявление. И хочу знать, кто эти были капитан и старший лейтенант. Уже 2 месяца прошло. Уже сколько можно ждать? Вот, смотрите, мы сейчас пришли по разным вопросам. Я укажу какие-то заявления, в том числе и вот то, что... Я должен сейчас 30 дней ждать, меня дурака здесь сделали. Искать сейчас... Начинает Терентьев, говорит, цирк я организовываю. Да цирк у вас здесь. Заявление, напишите заявление, чтобы мы посмотрели ваши те заявления, как у Александра Морковкина, да, с вами примерно так вот. Ну что это за бред? Я понимаю, что все бросать и искать конкретно нет, но для этого есть специальные средства. Ну, конечно. Технические. В какое-то время нужно, чтобы ответить на все ваши вопросы, правильно? Найти материалы. Не, ну сколько можно? Ну 2 месяца прошло, я хожу как дурак, узнаю фамилию, то, что мне должны были сказать сразу. Прислали нам отказные какие-то еще что-то. Неужели мы к вам не пошли? Дождались. Ничего не прислали. Установленный срок ответа и обратились лично. Я утверждаю персональные данные. Да? Нам что, министра ловить возле министерства с видеокамерой? Дорогу ему прекращать, чтобы нам дали ответы. Давайте по порядку. Вот вы обратились, да? Да. Обратились в отдел полиции Мариинский, туда вы написали? Я обратился начальнику ГУВД, но почему-то оно пошло у меня сопроводительное, начиная от ЮВАО. То есть не отсылают начальнику ГУВД, чтобы его была резолюция. Я не знаю, материал проверки есть, резолюция кого-нибудь из главка. Но материал проверки получается в отделе полиции Мариинский, не у нас. Я вам о чем говорю? Да. Значит, вы меня не поняли? Нет, я вас поняла. Я если вас спустили, понял, да, если спустили сюда. Нет, так я же говорю, значит, возможно, есть резолюция, но я не смог посмотреть. Но я другое здесь. О том, что 2 месяца прошло, до сих пор я не знаю фамилии этих людей. Человек у нас вошло первыми и поднялись в учетную группу, да? Им раз что-то там рассказывали, показывали, наверное. А я пришел в дежурную часть и попросил, куда мне пройти для того, чтобы познакомиться с делом. Товарищ майор, который сейчас здесь сидит в дежурной части, сказал, что никто меня сегодня не ознакомит, что все ушли в церковь. Хотя в этот же момент, как говорят три девушки в учетной группе, спокойно свои задачи. Не очень понятно, что это, зачем это ложь была. Ну и как-то хотелось бы, чтобы сказали, что так больше не делал. Потому что если, вот я говорю, если все ушли ради христиан, то... Может, у вас так принято здесь? Там, в принципе, Александр Александрович, который начальник участка, сказал, что нет здесь участкового того, который с нами был в управе. Который непосредственно просто уже... Тоже наврал, да? Да, он выходит... Ну, он ушел просто. Вот так зачем говорить то, что мне надо сказать? Я уточню, но это же все просто. А получается, у нас нет доверия. Вы же призываете всегда на встречу жителей, давайте доверяйте нам, давайте с нами работайте. Так как с вами работать, если вы даже элементарных действий что не выполняете? Что ты цирк тут устраиваешь? Просто вот. Понимаете, я хочу взаимодействовать, чтобы полиция нас защищала. Тем более патрульно-постовая служба, я вам хочу сказать, со своей стороны. У меня нарушений к ним нет практически. Товарищ майор, по очереди нас установили на вот Андрей. Нет, Орел нет, хочет. Нет, все, я да, постараюсь ответить на все вопросы, все. Конечно. Да. Все, ну, давайте тогда как-то отреагируйте, поможете нам ГАИ хотя бы как вы через дежурку, потому что мы сейчас... Вопросов нет, сейчас нам еще упорты, есть кому-то что-то не сказать. Все, 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 кстати, где кулер здесь? Обычно. Кулера, что-то кулера нет. Я за граждан спрашиваю. Обычно любят здесь, либо начальник отдела. В эмоциональном состоянии после таких преступлений в отношении их. Я сейчас уже не могу купить, как это все остальное. Спасибо, что приняли. Да, спасибо большое. Ну, единственное, что вы поймите меня тоже правильно, вопросов много, потихонечку будем решать, не так быстро. Конечно. А вы кому будете отвечать? Вот вопросы записали. Вы же здесь. Во-первых, я доложу руководителю. Нет ответа. Евгений, вы недовольны чистотой в отделе полиции? Алло. А я проверить связь, как слышно? Телефон сам. Да-да, алло. Слышно меня? Плохо слышно? Девушка, ну вот из дежурной части вот такой телефон. Вот я
Нет, а я проверяю как раз телефон, как слышно, поэтому. Спасибо. Да. А давайте я попробую еще раз перезвонить, может быть, будет связь хорошая. Ну, спасибо. Вот результат. То есть куда ни плюнь. То есть мало того, что никто не пользуется, все. Ну, здесь, в принципе, логично, я лежу. Да? Все, ну, в краске. Смотрите, трубка. Еще Ленин звонил. Включай. А еще раз я вот, как меня слышно, у ВД Марина. Алло. А проверку, проверить связь, как громко, тихо слышно меня. Плохо? Как бы слышно, но плохо. Я понял. Ясно. Разобрать можно. Ну, слава. То есть, если меня будут бить, вы услышите, я понял. Хорошо, спасибо большое вам. Всего доброго. До свидания. Женщина такая милая, смеется. Такой стоял, там который входит. Подошел и сразу. Все, еле слышно. Вообще, по-хорошему, это на улицах должны ставить такие темы, да? На столбах. Разговаривать шумно, да? Все, нет, если или просто человек в возрасте, или ему там дали вот сюда вот что-то. Да вот сейчас приведут сюда Болдова, который будет орать тут, требовать справедливости, и там хрен что сейчас. Я говорю, вот куда ни плюнь, вот все, вот на пустом месте. Я не знаю, как так можно умудриться. Женщина с ребенком. Ну вот, очень хорошо. Да, смотрите. Единственное, что, конечно, времени очень много. Давайте по порядку. Да, к столу, да, там пройдите. Да, как вам удобно. Я вам сразу на скидку скажу. Вот сейчас проверяли еще мой два телефон. Два раза звонил. Ну, как знакомые, ну, так, сочувствуйте. Связь. Связь плохая, два раза я звонил, просто вам на заметку, есть кому будет, чтобы исправили техники. Не слышит женщина, говорит, очень нас плохо слышно. Может почистить там. Ну, сама трубка вообще вся грязная. Ну, да. Я сейчас вам не буду показывать, да, сами проверите потом за нас. Но я говорю, что... Ну, смотрите, по поводу, по порядку, автомобиля на Луговом. Сотрудники ДПС связались, сейчас должны подъехать. Там эвакуатор тоже отлично. Один есть, и как раз его сюда направляют. Значит, по поводу стендов, графиков. Это я доложу руководство, что касается технического обеспечения. По служебной проверке мы выяснили. Значит, по административному производству предварительно вы спрашиваете, да? Значит, смотрите, вот предварительно, насколько я смогла уточнить, опять-таки это сослов, что никакого административного производства не проводилось. То есть документов нигде никаких нет. Но опять-таки, вот сошлюсь на дежурного, два инспектора, которые занимаются учетом исполнением административного правительства, стоят на церкви. Я звоню на слух, они говорят, я такой не помню фамилии. Поэтому, если вы хотите что-то точнее, ну, заявление, давайте обратимся. Это нравится тогда объяснение. Ну, опять-таки, если никакого производства нет, то и заявление, объяснение. То есть вообще ничего не проводилось, материалы? Да, вот в чем вопрос. Ничего не проводилось. Ну, опять-таки, то есть, это может быть, если вы хотите что-то конкретно, давайте заявление тогда обратимся, чтобы мы уже внутренние документы проверили. Так, дальше. Потому что вот ну, то есть, либо они материал проверки проводили, либо нет. Никакого не проводилось. Вообще не проводилось. Вот. Значит, по обращению гражданина Орёв, это вы, значит, тоже я сейчас вот опять-таки навскидку быстро в учетной группе, я не нашла вашего обращения, то есть я посмотрю еще по электронному пуску, но мне просто нужно чуть больше времени для этого. Вот, значит, Ядров обращался с заявлением, там проверка проводилась, ему дан ответ, ответ заявителя зарегистрирован. Вот. Так, ну вот, значит. Надо у него уточнить. Ну, не, он сказал, что ничего не доходил. Ну, тут как бы я не могу сказать. Канцелярия исходящий стоит. Если он хочет, там повторно. Да, можно мой номер передадим, чтобы он просто пришел тогда сам самостоятельно и сообщил нам. Часть пусть обратится, а конечно. То... Нет, мы как пришли. И нам, да, сказали, сообщите номер, там, где мы вам будем искать. Да это надо вот очень по ядрову нам, да, объясните все. Да, какой-то номер мы может ему передадим, вот представителю тоже не знакомится, поэтому... Так, ну хорошо, сейчас мы... Мы подождем, да, что взорваться, а то опять... Да, конечно, у нас сейчас придет. Вадим, можно попросить номер учетной группы? Номер учетной группы, граждан. И бланк заявления. И бланк заявления. Бланк заявления сразу дай нам. Там нету, да? Да, чистый. Ну вы напишите, да, чтобы мы разобрались с этой ситуацией. Так. 6, 10, 31. Так, листочек можно какой-нибудь, чтобы я по-человечески записалась? Сейчас, Юрий.
По поводу обращения. Я могу, да, это забрать? Все. Да, это вам забирайте. По поводу обращения, значит, ну да, есть возможность ознакомиться с обращением, да, потому что это уже Единственное, попросили, значит, мы сейчас разговаривали, я разговаривала с канцелярией, отдел полиции Мариинский, вот откуда вам дали отчет. Они попросили тоже вас обратиться с заявлением. Вот, вы можете сейчас написать заявление здесь. Я уже через ГУВД отправил еще раз. Куда еще отправить, скажите. Нет, вы можете написать здесь, мы незамедлительно перевезем туда, чтобы вам не мотаться. И в течение 10 суток вас ознакомят. Мне не трудно, я туда к ним схожу. Они мне дадут, если я пройду в тот же час, допустим. Ознакомиться. Ну, там резолюцию руководитель должен поставить. Поэтому если руководитель на месте поставит резолюцию, я думаю, что там никаких проблем не будет. Единственное, что если только прокуратура, то на проверку не отправили. Ну, я прокуратуру не жаловался. Если они у мужчины на самом деле не отправят. Хотя это такой документ, он не направляется в прокуратуру, ну, да, правильно? Да. Если не трудно, хотите, проезжайте туда, хотите, примем у вас здесь заявление, ну, так, передадим, но это вот ну, там опять... Резолюция начальника и заместителя? Или нет, там, заместитель начальника отдела полиции, вы можете поставить. Нет, я имею в виду, кто резолюцию, начальник и заместитель? Нет, только начальник отдела полиции. То есть, если Бобков там будет сейчас, допустим, сейчас... Он поставит резолюцию, и вполне возможно, что сегодня вас ознакомят. Мне вполне возможно, или, как он сказал, 30 дней. Пишите 30 дней. Нет, будем. Не 30, там 10 суток, да. Поэтому... А, то есть, я говорю, если он на месте, суток... может, у вас сегодня ознакомится. Может быть, или тоже не но знаю. Но если он на месте, он должен нет, поставить. Нет, я имею в виду, если он на месте, то знакомит да. сразу. Ну, и сразу, час. Я, ну, я думаю, что нет. Я же не варвар, не издеваюсь. Так, фамилии ну, да. наших... Сейчас я прошу защитников нашего покоя, да, я сейчас, хочу. Одну секунду, я очень извиняюсь, да. перебиваю. Да. Нам приятно на вас смотреть, очень, очень красивая и приятная женщина. Спасибо. Что касается всех замечаний, которые поступили в наш адрес. Я начальнику доведу, он сейчас уехал в комитет, по-моему, если я... Пятерочку уже будет добавить. Связь плохая. 02 трубка, я записала, да, все. Я ему все передам, ответ... Какой-то нужно кому-то будет давать, ну, чтобы проверить? Как мы приедем, проверим все. Хорошо, вопросов нет. Ну, да, да, пойдет так? Может быть, данные? Ну, хотя ваши то есть не хотите, чтобы вас приходили? Нет, почему? Пожалуйста, нет, будет возможность, мы придем, посмотрим, и заодно заявим какие-то вопросы. Ну, напишите нам ответ на мое имя. Вон, Василий, Василий Юрий Александрович. Да, вот, на заявление. Единственное, как вот могу еще более-менее объяснить, на мой взгляд, дело в том, что у нас сейчас в начале года разыгрывается тендер на новую мебель, на новый стендер. Вот. И ну, я понимаю, это не аргумент, конечно, информация ну, да, должна быть вывешена, да, но мы... А вот еще так вот, если посмотрите, какое, что, по вашему мнению, вы бы могли исправить? Ну, чтобы у вас здесь какой-то... Дежурной части, ну, конечно, это информативный стендер. Не, нет, не стендер, касается вот обстановки, вот мы сейчас там здесь, ну, хочу еще... Нет, не туда смотрите, правильно говорите. Я... Ну, смотрите, где заявитель касается пишет, там нет освещения. Это вот как это желание. Так, понимаете, вот здесь лампа это хорошо, но вот здесь бы она была бы еще... Темный угол такой. Люди в возрасте, да, что он увидит летом. Вас же будут лишний раз отвлекать, понимаете? Летом, июль, август, это проверка из главных там будет, поэтому... Там, ну, в таком виде точно это не пройдет. Да, это понятно. Здесь... Стендов вообще. Освещение, я думаю, что стендов здесь пока ремонт делали, вот это все не учитывали. Вот же и снаружи там делали, что они рассчитали по площади, а не рассчитывали из-за того, что... Не общественного совета, ничего. Вы вопроса нет у вас, товарищ майор? У меня два вопроса просто есть. Значит, вот здесь пишет ответ Бобкова. Части касающиеся. Ну, не Бобкова пишет, понятно, что, наверное, вот этот парень пишет. Части касающиеся. То есть, ну, я так понял, что они рассматривают часть моего обращения. Которая там была написана. Правильно? Я не могу дать вам пояснение. Нет, нет, вещи, нет, наверное, я по логике вам говорю. Да. Значит, получается, что о какой-то части я до сих пор ответа не получил. И из этого я не вижу, куда его отправили, потому что 59 ФЗ, это закон об обращении, он требует, что если в обращении указано то, что их не касается, они должны отправить в этой части туда. Я не могу вам пояснить, я не вижу. Просто в этом бумаге. Запишите, если вы хотите, я вам ксерокопию. Вы номерочек записали, Бобкова пришлёт первым. Вот вы поняли, да, вы напишите, чтобы это... Они мне ответили, потому что наполовину ответ я получил,
Мне не хочется идти к прокурору, там по 559 кодекса не отвечает у нас полиция. Так, ну, смотрю, что у вас видит там. Части касающиеся. Ну, это просто так. И потом при входе, там о чем тогда помните, я ему говорю, ну, может, не помните, я ему говорю, что когда приходишь, вот сейчас снег не шел бы. Ну, во-первых, снег навален. Вот этого слива, по которому водичка с крыши уходит, его нет. Вот нам мы стали, нам двоим в шею этой воды налилось, понимаете? Да, нет. Пока нас досматривают, ну, да, ну, нам какой-то ответ. Ну, сейчас будете когда-то. Я видела, что... А по досмотру что? Отметьте, пожалуйста, этот вопрос. По досмотру какие вот у вас есть там пожелания? Будете проводить проверку? Как мы сюда с баллончиками... Это вообще не записали этого. Не записали чего? Ну, это понятно. Вообще надо абсолютно проверить, кто. А почему вы не забрали, товарищ майор, баллончики, когда вы едете? Это мы вам к чему все говорим, что да, вот это все вот напыщенность такая-то в щеки надувает, вот важность все это показывает на входе, а по факту все вшиг. Ну, поверите, мы и в суд также ходили, и в суде также приставы удивлялись, когда они теперь баллончики ставят, они... Сегодня в Мосгорсуде полицейский без досмотра с оружием прошел в Мосгорсуд. Красивые такие заявления. Спасибо вам большое. Да, спасибо, вы меня добрались к нам. Спасибо вам. Если честно, я тоже хочу сказать вам спасибо, поскольку вы... Обратная связь. Не, так сказать, не замыленным свежим взглядом сразу так вот увидели. Спасибо большое. Надеемся. Пускай снежок там уберут. Сама лично убираю каждый день. Сегодня просто дежурю. Сама лично стряхиваю. На вопрос. Нет, я лично за этим. Я Юрию передам, прям сегодня напишу, скажу, вот я видел человека, который ухаживает за памятником. Всего доброго, до свидания.